показывает именно интеграцию творческой креативной мысли с бизнес-структурой. То есть придумать это одно, сделать эскиз этого будущего платья, потом его создать, считать его маржинальность этого изделия. Вот именно такая выставка помогает дизайнерам представить уже свою продукцию на таких вот выставках, на трейлах, на манекенах или же в показе, в коротком, который проходит в рамках выставки. Сегодняшняя мистическая волшебная коллекция, она всего лишь второй раз показывается на большой сцене. И мы очень рады, что вот дополненный, обновленный вариант мы показали здесь. И она у нас основана на произведениях Серхо фон Дебая. То, что сегодня на празднике вот таком фэшн-индустрии мы смогли показать, чему мы очень рады. И я надеюсь, что они нашли своего зрителя, а зритель нашел какие-то свои энергетические эмоции. Картины – это часть моего большого проекта, это только начало проекта. Проект называется «50 известных исторических личностей Казахстана». И он включает в себя людей из прошлого и также наших современников. Это могут быть люди, это могут быть и батыры, и ханы. Это вот просто у меня хаотично были собраны все работы чисто по зову сердца, что ли, по ощущениям, по вдохновению. Я таким образом выбираю персонажей для своих картин.